Добрый день, дорогие мои любители шитья! Меня зовут Коломейко Галина Леонидовна. Я являюсь автором безлекального метода кроя. И мною написано уже более 8 книг. Также я веду свой канал на Ютубе, представлена абсолютно во всех социальных сетях, регулярно размещаю там свои посты и, конечно же, полезную информацию для вас. И многие из вас со мной уже знакомы. Но если нет, то, как говорится, пожалуйста, я вам представилась. Шью всю жизнь, посвятила этому. Это стало всю свою жизнь, и это стало делом всей моей жизни. Так вот, сегодня я хочу вас пригласить на свои очные занятия. Вы знаете, что у меня есть видеошкола. Вы знаете, что я провожу, написала, что я провожу эти, продаю свои видеокурсы. Есть у меня и видеоуроки, и видеошкола, и всевозможные, и YouTube-канал, где вы можете совершенно бесплатно познакомиться с тем, что я говорю, чему я вас всем пытаюсь, опытом своим с вами делюсь. Но сегодня мне хочется вам рассказать о своей очной школе. То есть с 29 сентября в Москве у меня начинаются очные занятия. Эти занятия укладываются по времени в 3 месяца, приблизительно 3 месяца, 12 недель. Программа этих занятий полностью соответствует вот этому учебнику. То есть все, что написано здесь, содержание, вы можете найти на сайте koloméyko.ru, посмотреть, чему вы научитесь за эти 12 недель. Всего у нас будет по программе 48 часов. В неделю мы проходим, занимаемся с вами 4 часа. И стоимость одного часа – 1000 рублей. Но оплата идет у вас по мере присутствия. Если какое-то занятие вы посетить не смогли, вы можете изучить его самостоятельно, узнав домашнее задание, выполнив его. И, как говорится, ваши финансы не пострадали. Я спокойно к этому отношусь. Я никогда не прошу своих учеников оплачивать курс сразу и до конца, чтобы, ну, я считаю такой подход к делу просто очень порядочным и честным. Но и со своей стороны я считаю, что я должна такой уровень знаний вам давать, такую создавать атмосферу на наших уроках, чтобы вы не могли, да все равно все бросали и бежали на наши занятия, чтобы вам хотелось туда идти, чтобы вы получали огромный заряд позитива, удовольствия, радости от этого творчества, радости от того, что у вас получается, радости от того, что задачи ваши будут решены. Ну а какие это задачи? Конечно, это задачи научиться кроить прежде всего. Вот этот курс трехмесячный, он теоретический. Группы у меня очень маленькие, это 5, 6, 7 человек. Столько, сколько людей помещается вокруг одного стола. Конечно, с одной стороны, может быть, мне бы и хотелось вести большие группы, но с другой стороны, я считаю, что вот такая камерная организация учебного процесса, вот такая камерная обстановка, вот такая, да, она гораздо более полезна для вас. Я никогда не двинусь вперед, если хоть один человек в группе у меня что-то не понял, если он не выполнил какую-то часть чертежа, не провел какую-то линию, не понял, как это делается, я обязательно заторможу, я вернусь, мы вместе это сделаем. И только тогда, когда абсолютно всем все понятно, мы идем дальше. Но тем не менее, за те 2 часа, которые обычно длится наше занятие, мы с вами успеваем буквально горы свернуть. Но давайте расскажу вам про первую нашу встречу. Например, если вы приходите на 4-часовое занятие, то первые 2 часа мы снимаем с вас мерки, и вы видите, как я это делаю. А вторые 2 часа на основе снятых мерочек мы уже строим с вами базовую конструкцию, которая включает в себя полочку, спинку и рукав. И, собственно, вот в эти вторые 2 часа я вам и рассказываю, в чем особенности, в чем суть моего так называемого безлекального метода кроя. А если вы овладеете этим безлекальным методом кроя, то вы легко потом сумеете
работать с одной примеркой. Ваш крой будет всегда точным, безупречным. Вам не надо будет ничего подгонять, перекалывать на фигурке. На фигурке во время примерки вы будете только уточнять контуры, что является вполне естественным. Это горловинку, пройму рукав я никогда не вметываю, потому что линию проймы надо найти по месту. Это линия низа, это край борта может быть. Ну и какие-то корректировки, возможно, может быть иногда, даже скорее за свой ткани, это по объемам. Но, как говорится, это тоже жизнь. А дальше вы просто идете по технологической цепочке, о которой я тоже вам рассказываю на этих, в рамках вот этого вот курса. То есть это 12 шагов в работе с тканью. Это раскрой, это сметка обязательно, это примерка обязательно, как ее провести по всем правилам, как потом внести изменения, как потом стачать, обметать, правильно поутюжить, осноровить свое изделие. Многие даже слова такого не знают. Как потом по результатам осноровочки подрезать мелкие детали. И только потом приступить к этапу окончания. После окончания идет обработка застежки и плечики, если они у вас есть. И в конце, в самом, это уже утюжка на готовность. То есть вот об этом мы обо всем говорим. Практическая часть ложится вам на самостоятельное обучение. Либо вы делаете это дома сами, либо вы потом после трехмесячного курса приходите ко мне на индивидуальные занятия. То есть я провожу и практику тоже, но практика, она идет дополнительно. То есть на практику я всегда провожу с вами в виде индивидуальных уроков, потому что я считаю, когда на одного преподавателя приходится 7 человек, и 3 машинки, или пусть даже 7 машинок, да, и вы стоите к ней в очереди по 40 минут, но это не совсем то, что бы вам хотелось, правильно? То есть процесс создания затягивается, пусть денег вы заплатите за это меньше, но, как говорится, в сумме у вас получится это все гораздо больше. А мы свои изделия с девочками на практике шьем достаточно быстро. Об индивидуальных занятиях я вам расскажу отдельно. А пока я приглашаю вас на вот эти очные занятия в свою школу трехмесячную и гарантирую вам, что вы не просто узнаете, как создается ваша идеальная выкройка, вы получите навык в создании этой выкройки. Причем я делаю особый акцент, конечно, на особенную фигурку, на фигурку, у которой есть какие-то отклонения. Потому что если этих отклонений нет, вы достаточно хороши, стандартны и пропорционально сложены, вы легко можете найти свою выкройку на многочисленных предложений. Сейчас очень-очень много в интернете, в журналах и везде-везде. Но если вы немножко не такая, как все, то вы понимаете, насколько это вам трудно. И поэтому мы очень много и большую часть мы проводим тому, как создать вот эту самую идеальную выкройку. Другая наша задача, как ее изменить под любой нужный вам фасон. Хотя бы правила, хоть и правила моделирования достаточно просты, их всего 3. Но вот это многочисленные комбинации из этих 3 правил, перевод выточки, параллельная раздвижка, лучевая раздвижка и еще пару-тройку каких-то приемов, вот опираясь вот на эти простые правила, мы будем учиться с вами делать самые разные фасоны. Ну и, конечно, мы пройдем полностью весь ассортимент. Это не только блузки, платья, плечевые изделия, это и юбки, и поясные изделия, это и брюки, это, конечно, и купальники, это, конечно, и корсеты, это и мужские брюки, это и пальто, и это абсолютно все. Вы будете уметь кроить все. Вы будете мужскую и детскую одежду тоже. Вы будете универсалами. И это станет основой для всей дальнейшей вашей жизни. Тот багаж, который вы получите за эти 3 месяца, он пройдет с вами через всю вашу жизнь и принесет вам очень-очень и очень много пользы. Приходите к нам учиться. Метро «Динамо», очные курсы с 29 сентября. Всего у меня будет 3 группы, как всегда. Первая группа будет вторник вечер и четверг вечер, 2 часа. То есть вечерняя группа, вторничная. Занимаемся 2 раза в неделю с 7 часов вечера, метро «Динамо». Вторая группа по вторникам с 10 утра до 2 часов дня. Тоже 4 часа, но приезжайте один раз.
будничная, дневная. И третья группа – группа выходного дня, субботняя группа. Вы приезжаете ко мне один раз в неделю с 10 утра до 2 часов дня в субботу. Вот три группы. Спешите попасть в одну из них, выбирайте, что вам больше подходит. Территориально это метро «Динамо». Если вы пришли на двухчасовое занятие, вы платите в конце занятия 2000. Если вы пришли на четырехчасовое занятие, вы в конце занятия платите 4000. Я жду вас с удовольствием, поделюсь всем, что умею и знаю сама. И помогу решить вам все ваши проблемы. Всегда ваша Галина Коломейко.